Йоу, чуваки, всем здорово, с вами снова Атлантида, давно не видели, сегодня будем разбирать очень сильный, вкусный, красивый, агрессивный фанк. Давайте послушаем результат, что у нас получилось, и будем приступать. Eu sou mágico. Ну вот и все, чуваки, надеюсь, вы остались довольны результатом, а теперь давайте будем разбирать. По классике начнем, BPM у нас стоит 140, что нестандартно, по сути, для бразильского фанка, но звучит это все очень вкусно и сочно. Дальше, зайдем на мастер-канал, отключим Pro Q3, гроссбит и дилей отключим на 0, поставим. А все, что у нас тут остается, висит, что самое главное, это Saturn 2, дефолтный и софт клипер. Дальше, по классике с кика до последнего паттерна, здесь у нас играет вот такой вот кик. Снейры. Еще доп снейр. По звуку они запущены на максимум, но не переживайте, так нужно. Дальше вот такой вот дополнительный кик. Вот такой вот звук. Просто, но супер качево. Вот такой вот у нас играет агрессивный бас. Еще доп звуки. Просто прямой кик. Может показаться, что здесь кик играет, ну, прям очень сильно, грубо и жестко. Скажу, да, так и есть, но в этом и есть своя изюминка. Дальше давайте разберем здесь вот такие вот вокальные вставочки, вокшоты. Сразу посмотрим, обработка здесь висит Valhalla Plate. На 27% я просто выкрутил микс, все остальное это дефолт. Вот здесь вот такая еще есть у нас вставочка, нарезка. Дальше здесь начинает играть уже вот такая капелла. По обработкам Valhalla Plate 14% и, ну, грубо говоря, 15% округлим. По обработкам здесь, чуваки, 14%, округлим до 15%. Decay на 2,2 стоит. Low Gain на минус 6,8 дБ. High Gain у нас на 4,2. Дальше Fruity Reverb, пресет Small Studio, Fruity Delay, пресет Widen. Дальше вот такой вот у нас дроп. Вот такой вот у нас здесь еще филс. Вот такой звук. Эл сол мажор. Вот такой вот у нас здесь транзит. И вот здесь обратный транзит. Все, по проекту все супер просто, все супер легко. Здесь просто поверх вот этого вокса играет еще основная капелла. Просто здесь, если я вырезал просто слово «А», то здесь она играет уже полностью со словами. То есть вот эта часть начинает играть вот здесь. Обработка здесь у нас висит на басе, у нас здесь висит Pro Q3, поднял низа. На кике у нас висит здесь тоже Pro Q3, тоже поднял низа. Откинул его в стерео. И... чуть-чуть понизил по звуку, чтобы оно сильно било не по ушам. Точнее, сильно по ушам не било. На этом все, чуваки. Проект супер простой, супер легкий. Извиняюсь, что немного запинался. Время 3:45 уже утра. Решил не спать, записать для вас видосик. Поэтому давайте, чуваки, посмотрим на результат. И будем уже заканчивать. Eu sou mágico. Pensado em doer, toma, sempre toma, sempre pensado, pensado.
Ну вот и все, чуваки, на этом видос подходит к концу. Проект получился супер мощный, агрессивный, кочевый. Все в стиле бразильского агрессивного фанка. Давайте уже заканчивать. Сегодня будет уже, как я обещал, в конце будет true story time. Также покажу, как сделать такие видосики, которые я вот использую. Ну, в последнее время очень часто на них подсел, потому что это супер удобно и париться сильно не надо. Все звуки были взяты из моего нового драм-кита, который вы можете купить просто по ссылке в описании. Вас направят в телеграм-канал, телеграм-чат, где вы можете уже просто поговорить и понять, что из себя представляет данный драм-кит. Цена ему $10. Считаю, что $10 для драм-кита, который весит 20 гигабайт, это очень хорошо. В описании указано 15 только потому, что он в архивном состоянии, в архиве. Он весит 15 гигабайт, потому что все звуки сжаты. При распаковке он выходит там 19, что-то там 8 с чем-то мегабайт, ой, гигабайт. Поэтому вот так. Поэтому, чуваки, с вами был Атлантида. Давайте переходить к True Story Time и уже заканчивать на этом видео. Ну вот и все, на этом, чуваки, видос подошел к концу. Надеюсь, вам понравились все эти три проекта, которые я разбирал. Потому что, чуваки, времени немного у меня не хватает. Очень много проектов, очень много мыслей, учеба, там еще какие-то проекты для вас готовятся. Курсы, думаю, запускать. Поэтому, чуваки, дел много, нужно успеть все сделать. С вами был Атлантида. Давайте немного поделюсь мыслями. Немного заплетаюсь в потоке своих мыслей, потому что время уже 3:50. Спать немного хочется. Вообще, в общем, что я для себя понял за эти 2 месяца, которые я вообще прям, ну, жестко отсутствовал, по сути, да, на Ютубе. То, что, во-первых, все зависит от того, как ты работаешь, как ты, какие усилия ты прилагаешь к тому, чего ты хочешь достичь. То есть, например, просто лежать на кровати и говорить, блин, у меня ничего не получится, тоже не катит, чуваки. До того, как у меня стрельнули биты, я писал их уже на протяжении 6 лет без остановки. То есть, every day, каждый день я просыпался, писал, делал, работал и все-таки смог достигнуть того, чего я имею сейчас. И то есть, чуваки, каждый из вас тоже этого может достичь, потому что я ничем не отличаюсь от вас. Также у меня 2 ноги, 2 руки, та же самая голова. Может, мыслим по-разному, но по сути все условия у нас одинаковые, да. То есть самое главное, чуваки, это желание, потому что некоторые даже и на телефоне пишут биты, которые разносят чарты. Поэтому все, чуваки, зависит от вас. Также хотел бы сказать, чуваки, то, что не гонитесь ни за любовью, ни за деньгами, ни за чем. Если надо будет, это все само придет. То есть ставьте себе немного другую цель. То есть если вы ставите себе цель заработать на музыке дохуя бабла, то это сомнительная перспектива, потому что вряд ли она сработает. Вот. Это первый момент. Второй момент, чуваки, который я бы хотел вам сказать, это насчет любви тоже, чуваки, не стоит ее искать, бегать, прыгать, ну, там, с каждой второй встречаться, потому что ни к чему хорошему этого не приведет. То есть, встречаясь с одним, там, общаясь с другим, это, ну, ничего не даст. Просто лучше ведите тот образ жизни, которому вы хотите, чтобы ваш партнер соответствовал. То есть, если вы хотите себе порядочную, хорошую девочку, то и вы, чуваки, тоже должны быть порядочными. Да, может быть и прошлое, но на то оно и прошлое. То есть, без прошлого вы бы не стали тем, кем вы являетесь сейчас. То есть прошлого тоже какой-то момент надо благодарить, потому что без этого вы бы не стали тем или той, не знаю, кем вы сейчас являетесь. То есть благодаря тому опыту, который вы прошли, то есть на будущее вы будете знать, что к чему ведет. Вот. Поэтому, чуваки, самое главное — это просто мыслите позитивно, всегда старайтесь думать о самом хорошем, ставьте себе большие цели, достигайте их. И, чуваки, не заглядывайте в будущее, забывайте прошлое, живите настоящим, потому что, как говорил мастер Угвей, я уже в одном из видосов это говорил, что прошлое, чуваки, у нас забыто, будущее закрыто и настоящее нам даровано. Просто вам тоже немного, чуваки, надо будет подразмыслить над этой темой. Это очень, по сути, мудрые слова из мультика, как мне показалось. Раньше их не особо понимал, но на данный момент я реально осознал. То есть, чуваки, не думайте наперед, не продумывайте свой каждый шаг, каждое действие где-то лет на 20. То есть, да, там на годик или на полгодика какие-то себе цели, там шаги ставьте, но не на всю жизнь. Почему? Потому что если это должно будет случиться, да, то есть там какой-то определенный момент или что-то еще, если это должно случиться, но, чуваки, в любом случае случится, как бы вы бы ни готовились к этому морально, физически, да, вы подготовитесь к этому морально, вам чуть-чуть станет легче это перенести, но факт того, что это произойдет, это будет. А потом вы будете жалеть и думать, типа, блин, лучше бы я бы сидел, типа, и кайфовал теми моментами, которые я вот мог прожить, вместо того, чтобы сидеть и париться о будущем. Поэтому, чуваки, вам тоже такое немного наставление от мастера Атлантиды. А так, чуваки, с вами был Атлантида. Надеюсь, мысли я свои правильно донес, вы меня услышали, поняли суть того, чего я хочу вам сказать. Живите настоящим, чуваки, радуйтесь, кайфуйте, стройте правильный образ жизни.
И тогда все у вас будет отлично по жизни, и тогда вы будете просто кайфовать от нее, и у вас не будет ни депрессии, ничего такого. А так, чуваки, с вами был Атлантида. Ставьте себе большие цели, добивайте их. Верю в каждого из вас, чуваки. Обязательно, кто стрельнет, скажите то, что вы были со мной. А так, чуваки, всех вас люблю, всех вас обнял, приподнял. Извиняюсь, что так долго пропадал. Но, чуваки, снова возвращаемся в игру, снова выебим эту индустрию, снова сделаем популярные хиты на 100 лямов, на 200 лямов. Просто надо чуть-чуть времени, чуваки. А так, чуваки, с вами был Атлантида. Всех обнял, до новых встреч. Люблю каждого из вас, верю в каждого из вас. Не забывайте это. Если вас никто не верит, то верю в вас я. Еще скоро увидимся. Ну а теперь, чуваки, для тех, кто дождался, мы будем разбирать, как делать все-таки такие видосики. Делаются они очень просто. Для этого вам нужна программа Avi Player. Вы ее можете найти спокойно в Microsoft Store, в браузере, да вообще везде. То есть программа фришная, в любом доступе можно найти. Как делаются такие видосики? В общем, заходите на YouTube, пишите Avi Template, Avi Player Template. У вас будет вылезать очень много разных там уже заготовленных шаблонов. Понравившийся качаете, и что вы делаете дальше? Создаете папку, куда вы будете закидывать все свои основные, получается, треки. После чего заходите в library, вот, нажимаете folders, add folders, то есть добавить папку, и добавляете сюда нужную вам папку. После чего находите ее здесь, выбираете, и здесь будут все ваши треки, которые вы хотите, ну, которые у вас там будут в этой папке. Вы выбираете, например, Rave in Brazil. Все, вот мы его выбрали. Все, вот у нас играет. Дальше нажимаете на карандаш, и здесь просто супер дефолт управления, настройки. То есть image — это у нас картинка, отключая ее, мы отключаем определенный слой картинки. То есть здесь вы, думаю, чуваки, сами разберетесь, и после этого у вас появляется вот такой вот видосик. Чуваки, этот сниппет, если что, у нас есть в моем телеграм-канале, ссылка на него в описании. Заходите полностью, если хотите послушать, он там тоже есть. Теперь как же его зарендерить? Вот у вас здесь последняя такая вот иконочка, нажимаете на нее, нажимаете экспорт, и все на этом. То есть выбираете, куда его заэкспортировать, и радуйтесь, наслаждайтесь. На этом все, чуваки, с вами был Атлантида, всех обнял, еще обязательно увидимся.